мог и намусорил я у себя во дворе. Но оказывается, это готовится три проекта. Первый проект – это бойлер горячей воды, который на 90 литров. Из него я хочу сделать летний душ. Все сделаю, вот там дырочку вырежу, здесь синенькой красную заглушу, а синенькой буду леечкой поливать свое тело, или кто-то другие гости будут купаться. Здесь дырка необходима для того, чтобы я здесь сделаю навесик, заливать воду и для того, чтобы давление было разрежение воды. 90 литров, повешивание на небольшой высоте, где-то 1,70 м. Тен остается, когда жарко на улице, будем обливаться горячей водой, может даже мыться. 90 литров под своим собственным давлением оно должно выдавливать. И там вот такой небольшой 4 сантиметра бутер осадок будет оставаться. Вот эти обрезки, это шелуха с бойлера самого. Я их напилил, порезал размер по 25 или по 28 сантиметров, 4 штуки. Все для того, чтобы сделать слив на гараж. Кто смотрел мой предыдущий ролик, я замешивал бетон, делал отмостку, но и также получилось, что отмостка вместе с фундаментом поднял выше. А здесь плоховатая волна шифера. Здесь я как раз и повешаю слив, который будет сделан из бойлера. Сейчас проще купить новый бойлер, нежели заказывать запчасти. Опять же, где их закажешь, придут, не придут. Все это будет представлять, это мой слив. Вот здесь вот так согну. Между собой скреплю, наверное, или проволокой. Ну, в общем, сделаю форму, как у алюминиевых труб. Также есть второй сгоревший бойлер на 35 литров. Срезал верхушку, вы уже видели, где тен. Здесь я прорезал уже дверку. Толщина металла где-то двушка. Так что это будет печь под казан. Первый проект готов из тех трех, что я вам рассказывал. Сделал из 90-литрового водонагреватель для летнего душа. Пропилил отверстие, дырку вот, прорезал. Тут также все остается как есть. Красная там трубка повыше, можно через нее заливать. Синяя трубка пониже, где-то вот так, отстойник. Я буду заливать через верх. Для этого сделал вот такую крышечку. Просто та же самая выпилил. И чтобы не заморачиваться со сваркой, два самореза в порог, чтобы она вот так сверху прикрывала просто от дождя. Осталось только навесить, подключить кран и душевую лейку. Потом увидите. Надо промыть от ржавчины. Проект готов. Вот так я все сделал. Здесь сделал заглушечку. Просто кранчик и душ. Давление 90 литров хватает. Вот сейчас капнул, я набрал прям под завязку, я полностью. И когда выжидать, все было тепло. Поливаем горячей водой, когда нагреется на солнце. Закрываем кран. Оп. Все. Душ не поливаем. Осталось теперь делать какой-нибудь навесик. Третий проект из того хлама, что был. Здесь навесик поставил. Это печь под казан. Хочу, чтобы она была съемная. Вот это уже третий проект. И в итоге вот такую вот печку под казан сделал из 35-литрового сгоревшего водонагревателя. Все еще немножко ржавенькое. Это пена. Сейчас будем плов варить, отгорит. Немножко маловато у меня казан. Ну, держится на проушинах.
никуда он не упадет. Ну, немножко будет болтаться, зато не свалится. Вот. А здесь как раз через вот эти отверстия будет выходить дым. Будем пробовать. Ладненько, давайте жить вторым вещам. Не выбрасывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Увидите еще много интересных проектов. Не забываем про донаты. Ладненько, всем пока. Кстати, обрезание показало, что тен целый. Осталось еще после всех проектов вымести и вывести мусор на свалку. Всем пока. Не забываем про донаты.